коричневый или белый. Назвали самый полезный рис. Многие люди хотят понять, чем белый рис отличается от коричневого. Врачи рассказали, какой вид полезнее. Самый полезный рисунок. Разница между коричневым рисом и белым заключается в том, что коричневый рис находится в необработанном, цельнозерновом виде. Из белого риса во время обработки удаляются отруби. Коричневый рис содержит больше клетчатки. Тем не менее, стоит учитывать ее тип. Всего существует два типа клетчатки. Растворимая и нерастворимая. Первая поглощает воду и улучшает пищеварение. Она запускает сокращение кишечника, помогающее шлакам перемещаться по организму. Нерастворимая клетчатка не впитывает воду или ферменты. Она образует твердую массу в кишечнике. При употреблении в больших количествах нерастворимая клетчатка может вызвать воспаление и дискомфорт. Коричневый рис содержит нерастворимую клетчатку. Доктор натуропатической медицины Лиз Картер отметила, что это может негативно повлиять на кишечник. Коричневый рис содержит жесткую нерастворимую клетчатку. С этим видом риса трудно справиться людям с проблемами кишечника. Им лучше употреблять продукты, содержащие растворимую клетчатку. Поэтому, если у вас проблемы с пищеварением, отдавайте предпочтение продуктам с растворимой клетчаткой. Вредные свойства коричневого риса. Коричневый рис содержит и вредные вещества. В его состав входит фитиновая кислота и мышьяк. Фитиновая кислота блокирует способность организма усваивать определенные питательные вещества, такие как железо, цинк и кальций. Употребление в больших количествах может привести к дефициту витаминов и минералов. Вредные свойства белого риса. Белый рис имеет более высокий гликемический индекс, чем коричневый. Поэтому его не стоит употреблять в большом количестве диабетикам. Лучше проконсультироваться по этому вопросу у врача или диетолога перед тем, как добавить белый рис в рацион.